меня такая сиська здоровая. Да? Есть телочки. О, ничего у вас хорошего там. Какой кач. Тупой качок. Вообще, блин, без мозгов. Дай Господь ему немножко мозгов. А то, блин, такой тупой. И не стоит писька еще. Зачем она ему вообще? Да там писька-то писька. Небольшая такая. Ой, ВКонтакте отвечаю иногда, раз в день. Бывает два раза в день. Падлу еще отвечать. Так, меньше. Кстати, Настя давно не писала, надо спросить, как ее дела. Скоро поедет отдыхать. Скоро поедет отдыхать в Вьетнам, кататься, блин, на кайте. А я поеду 15 числа на Самуи, потом поеду оттуда на еще какой-то дурацкий остров. И отсюда, наверное, мотану в Бангкок, оттуда полечу, не знаю куда. Так, обучался пикапу. Все верно. Пикап, собрание неудачников, в которых был я. Зал 10 бат рядом с Централ Фестивалем. Завтра подъем на Буду. Кто пойдет на Пхукете? Ленивые засранцы. Кто свою задницу поднимет наверх? I don't understand. Я не знаю испанский и английский. Stupid Russian bodybuilder. Вот так пусть будет. Окей? Напишите ей, кто я такой. Так. Привет с Крыма. В Крым когда будет? Не знаю. В гейском кино пора сниматься. Здорово, Забайкалье. Так, волосы отрастают, так что все... Stupid bodybuilder. Yes. Ой. Ты ей адресуй. Порностар. Интересно, а в России есть порнозвезды какие-то? Известные. Че, кто-нибудь знает о них? Мне кажется, вряд. Это, наверное, есть дрочеров-то по-любому сейчас. Это лысый из Бразерс, он же не русский. Азару. Лола Тейлор. Пистолетов. Ха-ха-ха. Не знаю даже, блин. Кто это? Кто это? Бердникова. Да. Родин-то да. Родин-то да. 20 лет назад и все. Все всплывет. Так, ну что у вас интересного? Бонжур. Бонжорно. Как в фильме этот самый. Как фильм, сука, как назывался? Блин, такой угарный. Не скажу вам, как назывался. Так. Когда на Русь матушку, поеду весной. Поеду весной, видел свою рожу в группе, видел сижечкой. Видоса этого самого. Евротур. Вот Анюта красотка. Красотка, все знаешь. Евротур. Чувствуешь, да? Вот читаешь прям мои мысли. Так. Вернулся. Билдер. Все верно. Хай. Хеллоу. Что-то каких-то много из паноязычных появляется в моем перископе. Что вам здесь нужно, чертовы иностранцы? Что вы хотите здесь увидеть? Не знаю. О, та-та-та-та-та. Кто новость смотрел, кстати, мои? Кто смотрел мои новости на втором канале? И Шанкин пока клуб не будет свой строить, потому что кризис. Кризис. Здорово, Валерон. А,
В Тае жить лучше жарко, чем в дожде, в Питере, в говне, в этом серости и мерзких русских рожах. Хотя здесь столько русских рож тоже мерзких, которые порой такие, ну, хоть бы улыбнулись хоть раз. Нет, ходят все, блин, не подают вид, что русские. И ничего не говорят. Такие дела. Такие дела. Вон, честь как брови задергались. Да? Ты видел? Да, у меня есть мопедка. Даже две. Надо одну отвезти назад Лехе. Васенька, не знаю как. А волосы растут. Волосы растут. Не совсем я еще качок. О, вот так вот. Вот так вот, Санька Невский. У него новый, скоро фильм выйдет. Вы сходили в кинотеатр на фильм, поддержали Саньку Невского? В Таиланде проживание стоит по-разному. Смотря сколько денег. Примерно как в России. Так. А что по теме перископа-то? Я уже совсем забыл, что за тема перископа. А, я отвечаю на комментарии. Жирные лысые отвечают на комментарии дохлых и жирных. Вот все. Вот весь перископ. Так что че, давайте, дохлые, жирные, пишите комментарии. В Таиланде есть кинотеатр на английском и тайском. Так, 15 лет начал качаться, у меня вес 108 килограмм, наверное, где-то так. И че? Гашан. Смотрела одежду вместе с кроссовками закинул. Ну да, мы особо не паримся. Дохлый, жирный, это ж, блин, вообще печаль. Кино, не знаю, как буду сниматься, может, когда-нибудь буду. Это гекконы. Кто слышал? Так. На каникулах, думаю, будет битва. Мы жали собственный вес. Я 110, Денчик сотку. Стоит семинар как Лео 2000, народу, а она собирает как Лео. Да, кстати, блин, надо про дочь-то сказать, надо как-то мне об этом... Куда же мне это все впихнуть? Это надо куда-то в новости впихнуть. Так. Знаю, пишите семинистам, когда он со мной видос снимет уже, в конце концов. Скажите, Серега, блин, негодует. Но буду тупого качка играть. Тупого качка могу сыграть. Пожалуйста, чем? Сыграю тупого качка. Хотите сыграть тупого, чтобы я сыграл тупого качка? Пожалуйста. Приглашайте. Кокляев был, щелчки где? Про дочу, что там про дочу? На шпагат не сажусь, потому что я дуб. Дубина. Так, как мне добавить закладки? Оп, ошибка, добавился. Умного интеллектуального качка могу сыграть. Да. О, видео на... Ой, в Индии, наверное, не поеду. Тай меня уже достал. Привет, Лас-Вегас. Умного качка. Если бы я был умным, наверное, я бы не качался. А зарабатывал деньги. Хотя... Привет, господа. Хотя, в принципе... Качалка, это ж, сука, наркота чертова. Хер от нее, блин, избавишься. И выглядеть хорошо нравится. Правда, не как сейчас. Сейчас выгляжу как говно. А почему я выгляжу как говно? Потому что нехрен было жрать мороженое. Чертова жирный кусок говна. Ну ладно.
Так, что у нас еще? Что у нас? Денечка так не распанили. Да, зато меня не забанили. Так. Есть девочки в перископе? Красивые. Так, как у моей брови? Почему брови не выгорают? Странно. Почему мои волосы выгорают, а брови не выгорают? Так. Борис в другом городе, блин. До этого города 14 часов ехать. Это очень до хрена. Это очень до хрена. И ради чего? Че снимать? Че, красивых девочек нет? Настя, да, Настя красивая. Красивая, миленькая. И воспитанная. Не то, что тайские проститутки. Ой, жесть, блин. Курить не начал. Не курю. Ничего. Даже мое прекрасное настроение не связано с тем, что я могу что-то курить в Таиланде. И не бухаю, кстати. Не бухаю, не курю, ничего. Бомблю, блин, кардио все время и тренируюсь в последнее время. И бывает по делам еще гоняю. Сегодня сгонял на Платон, купил витаминов для роста мышц. Бренда Альфа Фарм. Найтекин. Да. Им хватает девиц зарубежных. О, Диман, привет! Как мы без тебя-то? Как же я вот ждал, когда ты придешь уже в Перископ. А вот ты, привет тебе, Диман. Ой, поулыбайся там. Дядя Сереж тебе шлет добро и позитив. Потому что жрет. Гошан жирный, потому что жрет. Так же и я. Меня гормон заместительной терапии назовем это так. Поддерживаем уровень 20-летнего парня тестостерона. Так. Что за девочка была? На пляже была Маша. Маша, я и тренирую, потренировываю. Немножечко потренировываю. Так, чё так мало народу, блин, вечно меня смотрит? Вам что, смотреть, что ли, есть кого? Кроме меня. Дан-дан-дан-дан. Жир, друзья, это же некрасиво. Это ж очень мерзко, очень противно. Привет девчонкам в трансляции. Из 184 девчонок, ой, людей, наверное, кто-то меня смотрит. О, раньше было что-то по 700 иногда, по 600. Что-то все, походу. Походу, дядя Сережа перестал всем нравится, не смотрит, Серега. Ладно. Ой, ну ладно, слезой не выдавил никого. Никто не хочет меня смотреть. Ну ладно, наверное, тогда пора бы спать, ложиться уже. Как вы считаете? Что скажете? О-хо-хо-хо, Натали Красавина. Здравствуйте, Натали. Что вы забыли в моем перископе?
Думала, тут сиськи показывают. А вот они, вот они. Дергаются. А, умеешь так? Ну да, четкие сиськи. Татуированные. Вряд ли ты пизже, чем Миронов. Даже пизже Миронова нет. Видал, какая у меня улыбка? Ой, да, такие дела. Ну ладно, что тогда, друзья? Хватит с вами, наверное, трещать. Ума мне это не прибавляет, я только тупею от вас. Так что, наверное, пора бы спать. Блин, вот хотелось бы спать вот так вот, по щелчочку. Было бы так круто, уже бы час назад взял и заснул. Ладно. Смотрите канал дяди Сережи, ставьте лайки. Будьте позитивными, угорайте, наслаждайтесь жизнью, подписывайтесь в Перископ, качайте здоровые банки, не курите, не пейте, не ругайтесь матом, брейтесь на лысо, живите в Таиланде, и все, всем пока, все.